И сейчас вот я осваиваю потихонечку гвозди с огромным удовольствием. Ага, это мне радостно слышать, хорошо. Гвозди, гвозди, с этого места и поподробнее, что сделалось, как, какие у тебя ощущения? Но мне Рима такой, так скажем, такой маленький вводный курс ввела для моего осознания, как бы там было так немножечко, но я думаю, что мне этого хватило, чтобы осознать многие вещи, которые происходят, как они происходят. И у меня сейчас нет прям таких больших результатов, то есть я не могу стоять по 40 минут, по часу. У меня буквально понемножку, там по 3, по 4 минуты, но это те состояния, которые я раньше не могла получить, но занимаясь каким-то другим видом спорта. Но это даже со спортом-то не сравнить. Это что-то другое. Это выход за пределы ума. То, Да. что мы делаем. Да. Это классно, ребят. Если кто-то хочет попробовать, если кому-то интересно, то пробуйте. В больших городах прям есть, я знаю, что такие залы, куда ты приходишь, там тебя прям с тобой тебя ведут, с тобой стоят, что это не просто там, что ты по интернету с кем-то общаешься. Это круто. Если бы у нас такое было, я бы, наверное, тоже сходила бы на пару занятий с огромным удовольствием. Но мне нравится, у меня младший сын начинает стоять на гвоздях, ему тоже нравится.